Всем привет! В эфире Телегид, ваш личный гид по медийному пространству нашего канала. На этой неделе смотрим заключительные серии «Охотника за головами» и встречаем с распростертыми объятиями криминальную новинку. А что еще стоит посмотреть, расскажу вам я, Анна Троян. Начинаем! Друзья, а вот и премьера. Последний день лета нас ждет начало истории о сотрудниках спецотряда «Шторм», который работает исключительно под прикрытием. Служба наших героев сопряжена с риском, но они всегда там, где возникает угроза спокойствию мирных граждан. Сериал снят в стиле экшен. Каждая серия – это отдельный детектив. Рассказ о подвигах штормовцев с лихо закрученным сюжетом – стрельбой, погонями, разборками и взрывами. Познакомиться поближе с отважными киногероями можно начать уже в четверг в 13:00 и 23:30, а потом по будням. Какой он идеальный муж? Об этом наверняка задумывалась каждая представительница прекрасного пола. Ответ на этот вопрос узнаем вместе с вами в четверг. Депутат британского парламента известен своей честностью и неподкупностью. Под стать ему и его супруга, однако прошлое сэра Роберта, как оказалось, совсем не безупречно. Известная светская авантюристка пытается шантажировать его. Под угрозой оказывается не только репутация и карьера героя, но и семейное счастье. Выпутается ли сэр из этой ситуации, увидим 31 июля в 20:45. Как вы объясните присутствие здесь этой дамы? Роберт, клянусь вам, она чиста и невинна перед вами. Пришла сюда только за тем, чтобы посоветоваться со мной, как спасти вас. Она любит вас и никого другого. Вы с ума сошли! Сентября зрителей нашего телеканала снова ждет встреча с неподражаемой Рене Зельвегер. «Мой единственный» – это история о женщине, которая, прихватив сыновей, уходит от мужа. Она уезжает на поиски идеального супруга и, конечно, лучшей жизни для своей семьи. Но, к сожалению, героиню повсюду преследуют неудачи. Кандидаты на роль ее спутника все как один разочаровывают мадам. Может, нужно сменить подход к делу? Узнаем в пятницу в 20:45. Это здесь. Следующая остановка был Питтсбург. У нас заканчивается деньги, а моя мать знала, что если быстро не найдет себе мужа, вынуждена будет проглотить свою гордость и вернуться в Нью-Йорк. Что вполне устроило бы меня. Я едва не вышла замуж в этом городе. Ты едва не вышла замуж в каждом городе. Сарказм – последнее прибежище негодяя. В Питтсбурге родился Джин Келли. В течение недели в городском округе Люберцы было много событий. Не пропустите все самое важное в нашей программе «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут интереснейшие репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и воскресенье в 10:00 и 19:30. Большей популярностью пользуются сыры. Это шарики из коровьего молока со специями внутри, обваленные в чесноке. Этот сыр можно есть как самостоятельный продукт, кто-то с чаем, кто-то с вином, да? Кто-то берет с черным перцем, допустим, к пиву. А еще в эти выходные стартует показ сериала «Английская загадочная история», которая знакома многим нашим зрителям. 8 незнакомых друг с другом человек попадают в великолепный замок. Собравшись за обеденным столом, они узнают, что хозяев нет в доме. А еще неизвестный голос из граммофона сообщает гостям, что каждый из них виновник убийства. В итоге наши герои остаются в ловушке, и кто-то по очереди начинает их убивать. Ну что, узнали сюжет? Правильно, сериал по мотивам романа Агаты Кристи. Смотрим в субботу в 20:30.
мертва уже несколько часов. Я сообщу остальным, чтобы они не ожидали завтрака, учитывая обстоятельства. Нет, сэр. Завтрак будет подан в полном объеме. Вы молодец. Лучше не опускать руки и занимать себя. Перед следующей рабочей неделей предлагаю провести вечер в романтической обстановке. В воскресенье вечером включаем ЛРТ и смотрим хорошую картину. Эмма – остра на язык и хочет изменить мир к лучшему. А Декстер – плейбой, баловин судьбы, мечтает, чтобы мир принадлежал ему. Впервые они встретились на выпускном в колледже и провели вместе только один день. А потом пришла ночь, и они решили остаться друзьями. Потом мы увидим их в тот же день, но через год, через два. Но сколько же лет должно пройти, чтобы герои поверили в свою любовь и поняли, как много значит для них тот самый один день. Зачем? Что значит зачем? Что все? По-моему, мы друг друга переросли. Нет, ты меня перерос. Ты думаешь, что я не крутая, зануда? Да никакая ты не зануда, Эм. Если все кончено, то надо смириться и попрощаться. Ты как будто меня бросаешь. Да, похоже на то. Ты стал совсем другим. Ну что ты, Эм? Слушай, ну прости! Пожалуйста! Ну что ж, друзья, все. Вот и подошло к концу лета 2017, как и выпуск нашей программы. Но не печальтесь, лучше почаще заходите на официальный сайт www.lrt.tv. А еще за жизнью ЛРТ вы можете следить во всех соцсетях. Там много интересного. Встречайте осень с улыбкой. С вами была Анна Троян. До встречи в эфире. Пока-пока.